Мы знали, что сегодня будет тяжело, но сегодня дали там максимум, и у нас как-то хорошие моменты были. Конечно, не счастливы, потому что там мы ждали, чтобы могли там продолжили матч до 120 минут. У нас был момент, и Самедов, что был хороший шанс, второй тайм. Но не забили, и потом, конечно, там это футбол. Каждый раз, если мы не забьем, там противник будет забит, как они сделали сегодня. Оцени выступление в Европе. Смотрите, у нас амбиции есть, чтобы дальше прошли. Но противник был отличный, там хороший игрок играет. Там, но у нас был хороший шанс сегодня, но это потеряли. У нас 9 дней до Терека, до первой игры. Думаю, что если играем, как сегодня играли с Фенербахчем, думаю, что у нас не будет проблем в сезоне. Но посмотрим там. У нас есть амбиции, чтобы там были чемпионы. Будет тяжело, потому что ЦСКА там 5 очки больше, чем мы. Еще там 2-3 команды будет там весом, будет тяжело. Но если готовы, посмотрим. Но, как сказал, если будем как сегодня, там компактная команда, думаю, что можно там быть. Привет, три места, 100%.